Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі, ви дивитесь програму «Хто за нами стежить». З вами я, її ведучий Дмитро Василець, і сьогодні у нас в гостях Юрій Атаманюк. Вітаю. Доброго дня, шановні глядачі. Доброго дня, Діма. І так одразу до теми. За нами стежать із дружньої Грузії. Так, Верховний суд Грузії залишив в силі вирок про перевищення Саакашвілі службових повноважень на посаді президента, передає Інтерфакс. За вироком суду першої інстанції Саакашвілі заочно в 2018 році був засуджений до 3 років тюремного ув'язнення за перевищення влади у справі про вбивство в 2006 році банківського службовця Сандро Гіргляні. Також екс-президент Саакашвілі заочно засуджений на 6 років ув'язнення у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту Грузії Валерія Гелашвілі. Ще одна кримінальна справа проти Саакашвілі про розтрату державних коштів знаходиться в суді. Україна визнає вирок Грузії в рамках спеціальної конвенції Ради Європи та двостороннього договору. Грузія погрожує дипломатичними ускладненнями. То що ж робити з призначенням Саакашвілі? Як чергове загострення ситуації та нехтування міжнародним правом вплине на економіку нашої держави? Невже Саакашвілі такий винятковий спеціаліст, що ради нього можна пожертвувати стосунками з цілою Україною і наразити себе на санкції з боку Ради Європи за невиконання фактично конвенції? От, пане Юрію, як ви можете прокоментувати таку ситуацію, коли от Україна фактично злочинця, який є ще рішення конкретно грузинського суду щодо Саакашвілі, і ми йому пропонуємо якусь державну посаду у нас в Україні вищого рівня? Ну це як? Смотрите, в вашем вопросе есть вопросов, несколько подвопросов. Первое, ваш подвопрос был, или действительно Саакашвили такой ценный специалист для нас, что Украина идет на какие-то дипломатические трудности, скажем так. Потом я эти трудности прокомментирую. Я был лично знаком с Кахой Бендукидзе, которого называют двигателем грузинских реформ, проводил с ним несколько встреч в разных форматах, в том числе личные, вот в таком формате вдвоем, и много часов провели, вместе обсуждали. Я был в Грузии 2 раза, и оба раза это была не просто поездка там, в Батуми на море, а это была поездка с официальной делегацией Ассоциации налогоплательщиков Украины. Мы ездили туда с моим другом, с Григолом Катамадзе, который тут 2 срока был послом Грузии в Украине, и с представителями бизнеса украинского. Мы посмотрели все, начиная от инфраструктуры, центры предоставления административных услуг. Были в правительстве, были в администрации президента, общались с бизнесом. Что я вам могу сказать? Вот есть объективная составляющая. Как по мне, Грузия оторвалась от нас очень серьезно в реформах, оторвалась в результатах. Ну, во-первых, у них абсолютно отстроена инфраструктура. Минимальная пенсия в Грузии в 2 раза выше, чем минимальная пенсия в Украине. Минимальная зарплата в бюджетной сфере в 2 раза выше, чем такая же минимальная зарплата в бюджетной сфере в Украине. То есть мы же должны не забывать, что это Грузия, что это потенциально, если сравнивать с Украиной, очень бедная маленькая страна. 2 области фактически, да, украинские. Теперь давайте дальше проанализируем такие макросерьезные показатели. Вот Грузия за время президентства Саакашвили получала инвестиций, заходила в год, от 2 до 3 миллиардов долларов. Украина... То есть это инвестиции, это не деньги для того, чтобы гасить проценты по кредитам, как это именно, сейчас в Украине? Это именно инвестиции, да. Так вот, Украина тоже в среднегодовое поступление инвестиций 2-3 миллиарда долларов. То есть оно варьируется в этом диапазоне. Страна развивается тогда, когда инвестиции соответствуют порядка 12% ВВП. То есть, если мы учитываем, что наше ВВП где-то в районе 133 миллиардов долларов, то мы должны получать инвестиции в районе 15-17 миллиардов, чтобы развиваться.
такого года, за 30 лет независимости, мы никогда таких инвестиций не получали в Украине. А Грузия получала. Это было как раз 12-13% ВВП. Более того, как оценивает мировой бизнес или рейтинг стран, или надо туда инвестировать или не надо инвестировать. Потому что когда находится какая-то компания в Англии, в Дубаях, в Китае, ну, где есть деньги, да, я называю такие финансовые центры, там Швейцария, например, то им же все равно Украина, Грузия, Судан, Кения, да, то есть я говорю те страны, которых экономика рисковая либо развивающаяся. Так вот, смотрят на основные макропоказатели, это freedom of economy и doing business. Да? Это когда серьезные международные экономические школы, институты делают по всем показателям важным для инвестиций, делают рейтинг. Так вот, я вам приведу пример, например, Грузия, freedom of economy, 12 место. И 12 место, она туда зашла объективно при Саакашвили, и до сих пор находится там. Украина 147 место. То есть просто любой потенциальный инвестор, он вначале открывает рейтинг, если он транснациональная компания, и начинает сверху вниз открывать филиалы, открывать представительства, открывать дочерние предприятия. Он не будет начинать там со 180 места, он будет начинать с первого места. Поэтому объективно при президенте Саакашвили, при реформаторе Кахи Бендукидзе, но это ж Саакашвили ему дал полномочия, Кахи, да, когда он был министром экономики, Грузия сделала реальный прорыв. Тут ще треба все ж таки доповняти, що при інвестиціях, які в 10 разів фактично більше, ніж в Україну. Ну, це інвестиції, які обезпечили ці реформи. І саме без цих грошей фактично нічого не було. Ну, я вам скажу, знаєте, президент Саакашвілі, був там ще якийсь президент, але якщо гроші є, це вони є. Якщо грошей немає, то їх немає. Ми об'єктивно розуміємо, що це Грузія, там дві українські області. Якщо у нас, в принципі, такі ж інвестиції, це все просто розлітається по всій країні, і ми нічого не бачимо. Інвестиції, да. Фактично ми без інвестицій. І притом, це ж, я вважаю, що дуже важлива така складова. Якщо немає інвестицій, ну, вибачте. Дим, от я приведу один примір. Да, это, якщо інвестиції не йдуть, це значить, в економіку сюди не хочуть заходити. Це ж сигнали. Так от я приведу такий примір, який людям буде понятен. В маленькій Грузії сетевых отелей, когда мы говорим там Ritz, Hilton и так далее, да, вот сетевых мировых отелей больше, чем во всей Украине. Вот это вот основной показатель, да. Более того, при Саакашвили количество туристов за его время выросло в Грузию туризм в 20 раз. В 20 раз. То есть есть, можно говорить все, что угодно. Кому-то он нравится, кому-то он не нравится. Я не сторонник тут прийти, значит, хвалить Саакашвили, отстаивать позицию. Я дал объективные цифры, объективные показатели. Поэтому я понимаю вот, президента и его окружение. Они уже обожглись с новыми лицами. Они обожглись с людьми без бэкграунда, без опыта, без ничего. У них нету духа и воли бояться вот, взять людей, которые работали при разных президентах. О чем я говорю? У нас же была примериада вот перед Шмыгалем. У нас примеряли Хорошковского, у нас примеряли Тегибко. Да? Но вот все вот, окружение президента не поддержало эту ситуацию, потому что, ну, во-первых, сильно умные, знаете, если взять Тегибко или Хорошковского, то тогда надо пол администрации президента поменять, потому что будет многих дур видно. Когда они там работают, или аналогично Кабмина. А Саакашвили как раз нормально. Саакашвили, смотрите, я не знаю, как они будут выстраивать отношения, я не знаю, как они дадут ему полномочия, потому что если мы говорим о реформах, если мы говорим о развитии экономики, то реформатор будет не Саакашвили. Реформатор сегодня может быть в Украине один человек, это Зеленский Владимир Александрович. В Грузии был реформатор не Каха Бендукидзе, реформатор был президент Саакашвили, который дал полномочия Кахе Бендукидзе, который увязывал его действия с парламентом и с силовиками. В Южной Корее президент Пак Чон Хи был реформатором, а не команда. В Сингапуре Ли Хван Ю.
В Руанде сегодня самая быстро развивающая страна Африки, Поль Кагаме. Да, ну, в Китае Дэн Сяопин. То есть всегда может быть только первое лицо. Потому что ну, можно сейчас дать пакет законов, но их принимать должен Верховный Совет. Дальше, если будет вот такая комедия, как была до вчерашнего дня, когда все говорят и показывают, вот эти фирмы, вот эта площадка, вот это обнал, вот это минимизация налогов, вот фамилия конвертатора, вот его лица, вот должностные лица, кто это ведет, вот это все сверху, это Верланов. Силовики этого не видят, не слышат. То если силовики будут занимать такую позицию, и будет продолжаться потоки на таможне, потоки в налоговой, в приватизации, с местными бюджетами, если будет продолжаться воровство, то какие могут быть реформы? А от ще таке питання, якщо ми бачимо реальну ситуацію, що є люди, яких заборонено чіпати правоохоронним органам. І ми бачимо, який сильний вплив з боку Сполучених Штатів Америки на нашу Генеральну прокуратуру, чи зараз ще Офіс Генерального прокурора. І ми об'єктивно розуміємо, що якщо вони можуть міняти генеральних прокурорів і впливати конкретно на цю структуру, вони також можуть казати, у цих можна чіпати, у цих не можна чіпати. Не вважаєте ви, що все ж таки, якщо ми бачимо в Україні таких людей, яких фактично не можна чіпати, от банда Порошенко, у ця конкретна ситуація з обналом, це просто говорить про те, що є закордонні інтереси, які охороняє саме прокуратура, і через вплив на прокуратуру відбуваються всі ці дії. Тому що ми ж розуміємо, якщо не було б впливу на прокуратуру, то тоді ми б бачили і розслідування, ми б бачили підписання підозр цим всім людям, які 5 років грабували нашу країну. Ми всього цього не бачимо. І от як ви можете пояснити, от чому при такому великому впливі з-за кордону ми зараз чуємо про таку ситуацію, коли навіть конкретний фінансовий випадок і навіть при цьому не розглядають кримінальні справи, не виписують підозр, не проводять обшуків. Тобто, ну це очевидно, що є в нас в Україні певна каста людей, яких не можна чіпати, і це контролюється навіть за кордону. А є люди, які можуть підпадати під кримінальний кодекс, і їх елементарно запроторюють до в'язниці і тримають там руками. Ну, смотрите, тут дуже багато в цьому питанні різних моментів. І когда мы говорим о том, что есть поддержка Петра Алексеевича Порошенко из-за рубежа, то это, конечно, есть. Но когда мы говорим о таких фамилиях, как Нефедов, Верланов и там, другие члены министра, тем более должностные лица среднего звена, ну, никогда не будет никакая страна влиять, что, например, говорить о том, что нельзя там, трогать начальника Одесской таможни. Никто до этого опускаться не будет. Это проблема в нашей внутренней коррупции и профессионализме тех силовиков, которые есть. Будут чипать, например, Сытника. Вот за него открыто они могут лоббировать. Смотрите, вот вы сказали Сытника. Вот 5 лет человек пробыл на должности. Да? С такой помпой, с таким вот флагом делал предыдущий президент, рассказывал нам, как он будет бороться с коррупцией, как он сильно боролся. Создали целый орган. Этот орган с нашего бюджета стоит нам 1 миллиард в год. 1 миллиард. И вот недавно был отчет за первый квартал. Они взыскали средств коррупционеров в бюджет 14 тысяч гривен. Дальше вот Сытник рассказывает, что его там преследуют, не дают работать, потому что он принципиальный. У меня возникает очень простой вопрос. Вы пробыли... Артем, вы пробыли, ну его зовут Артем, вы пробыли 5 лет на должности, да? Mm. Назовите, пожалуйста, обществу на пресс-конференции одного министра, одного народного депутата, одного зама главы администрации президента, я не говорю о первом даже, о главе, зама РНБО, да? Вот на одного приведите пример, где вы направили дело в суд, где вы получили приговор, где вы нашли активы и где вы эти активы взыскали в бюджет. 5 лет. То есть мы говорим о том, что вся вот эта антикоррупционная деятельность, начиная люстрация, создание НАБУ, САП, ДБР, НАЗК, вот 5 органов создали, провели люстрацию, все сделали.
А когда проходят социологические исследования, сравнивают у людей, спрашивают, какая была коррупция там, в 2013-2014 году и какая коррупция в 2019-2020. И люди говорят, что уровень коррупции стал выше. Понимаете, поэтому это просто показуха. Теперь давайте закончим ответ на ваш вопрос. Я чуть-чуть подсветил реальные результаты Саакашвили в Грузии. И тут, заканчивая по реальным результатам, тут зависит опять-таки, для чего его берут. То есть его берут, чтобы как-то прикрыться реформаторам, иностранцам и показать, что вот, вот мы взяли, вот мы, пожалуйста, взяли реформаторов, ну что у него есть рейтинг, в этом востребованность в народе есть. Вот народ воспринимает в позитиве приход Саакашвили в правительство. Но вот у него тоже ничего не получилось. Это же тоже может быть игра, если не будет четкой синергии парламента и силовиков. Либо его делает действительно президент, разуверился в новых лицах, понял, что новые лица без опыта работы не могут дать результат. Хоть удивительно, что почему он раньше это не понимал. Так же само друзья с 95-го квартала, которые были успешны в шоу-бизнесе, в каких-то прекрасные делали продукты. Я с удовольствием смотрел все их продукты и присутствовал на концертах и смотрел фильмы. Прекрасные продукты, но это же не значит, что тот, кто может участвовать в шоу хорошо, он уже может, вот как из шоу взяли губернатора Днепропетровской области поставил. И он не понимает, почему нужно скорую помощь оплачивать, говорит, может врач приехать на Uber. Теперь, заканчивая вот самим международным аспектом, то, что Грузия ведет вот так ультимативно. Ну, во-первых, это крайне некорректно с точки зрения грузинской стороны, и это нарушает любые дипломатичные протоколы. Сегодня юридически Саакашвили является гражданином Украины, и только гражданином Украины. Это первое. Тобто він відмовився від громадянського Грузії? Наскільки я знаю, да. Тобто, якщо я от зробив злочини в якійсь країні, я потім відмовився від громадянства, що злочини всі зникають куди чи ні? Давайте ми, я ж закінчу, а потім ми будемо уточняючі питання. Второй вопрос. Саакашвілі нету в розыске Інтерполу. Тобто Інтерпол прийняв рішення по поводу того, что это является политическое преследование, и он не акцептировал этот розыск. Тогда возникает вопрос у грузинской стороны. Если вы даете ультиматум Украине по поводу того, что суверенная страна своего гражданина может принимать решение такое, как считает нужное, то почему грузинская сторона такой же ультиматум не выставила Интерполу и сказала, раз Интерпол вы вот не берете в розыск, то мы отозвем послов со всех стран, членов Интерпола. Ну, можно что же до такого абсурда дойти? Поэтому эти заявления, они острые, это нехорошо, потому что, вы знаете, у нас Грузия всегда была стратегически наш и дипломатический, и вот партнер, это действительно были друзья всегда. И не было никогда ни единого пятнышка в отношениях, которое бы нас омрачало. Поэтому вот тут надо не горячие головы, что там премьер-министр заявил, тут Арахамия заявляет. Арахамия ответил по сути правильно, но Арахамия, как являясь вот безграмотным человеком, к сожалению, и неопытным человеком, и давая такие эмоциональные ответы, как он ответил? Он ответил, какая-то там маленькая, ничего не значащая страна будет нам указывать. То есть он в своем ответе наговорил реально на дипломатический скандал. Он должен был просто сказать, что это наше суверенное право, если у вас есть какие-то юридические вопросы, давайте пусть состыкуются два генеральных прокурора, пусть состыкуются наши два министра иностранных дел, но наше суверенное право назначать или не назначать наших граждан на ту или другую должность. Но не давать оценки другой стране, потому что согласно дипломатического протокола, знаете, вот если президент США прилетает во Францию, и есть протокол его встречи, и президент какой-то Гаяны
то протокол встречи двух президентов и отношение к ним по форме именно, протокольный, он одинаковый. Поэтому ну, люди должны перед тем, как вот бросать такие заявления, не обострять ситуацию, должны наоборот эту ситуацию смягчать. Потому что действительно грузины нам друзья, всегда, стабильно, у нас никогда не было проблем. Мы сегодня там и религиозно, и языково, и общая культура, и вот, ну все. Поэтому тут ще, надо ще уходить от тоді. Конфлікту. От, ми зараз бачимо, що конкретні є сигнали з боку Грузії. І саме ці сигнали вони посилають як у середину Грузії, так і на Україну, і так і на весь світ. Ми бачимо зараз, що є конкретні звинувачення, конкретні вироки суду у відношенні щодо Саакашвілі. І ми зараз розуміємо, що Інтерпол – це лише орган, який допомагає затримувати злочинців по всьому світу, тобто інтернаціональний такий. Якщо ми бачимо, що його там не оголосили в розшук, тому що це колишній президент Грузії, вони можуть так думати, що це конкретно там політичне переслідування. Наприклад, в Україні у нас, я так розумію, що жодного рішення немає щодо політичного переслідування Саакашвілі. У нас немає такого якогось документу чи постанови, яка говорить по тому, що Саакашвілі – це політично переслідувана особа, і нам у зв'язку з цим не важливо, що там думає Грузія з цього приводу. І ми бачимо, що у нас конкретна ситуація, коли в нас людина, яка переслідується в Грузії, яка є, вже є ворог суду по цьому приводу, він ухиляється від відповідальності, а нас, в нас в Україні йому пропонують якісь посади. У нас така ж історія приблизно була з польським рокером, який попався на корупції в Польщі, а потім приїхав сюди і став теж на дуже великі посади. На Укрзалізницю? Так. Тобто, ми так, навіть європейці там жартували тоді, що у нас в Україні це такий, знаєте, політичний секонд-хенд, коли корупціонерів, якихось злочинців, які попалися десь у Євросоюзі, в інших країнах, які приїжджають в Україну і їх ставлять на перші посади у державі. Ну, тобто, це як для країни, це образа. От я вважаю, як громадянин України. А от як ви можете прокоментувати, смотрите, як чисто от, формально, долго, от долго як вокруг це этого, дивитесь цю ситуацію. Долго вокруг этого вопроса не ходили. Что касается конкретно Саакашвили, очень много двойных стандартов, в том числе в украинской политике и международной. Потому что ну, не мешало же предыдущей власти назначать Саакашвили губернатором. И почему-то Грузия в тот момент не объявляла вот такой дипломатический демарш, как объявляет сейчас. Можливо, что тогда не встигли, вони ще вирок прийняти щодо Саакашвили. Это такая ситуация. Теперь вторая, ведь он жена гражданка Нидерландов, он находился в Нидерландах, и точно так же, почему Грузия не высказывает требования, ультиматумы государству Нидерланды. Поэтому вот этот аспект, он такой, он юридический, он имиджевый. На это должна быть воля первых лиц, на это воля должна быть, потому что и должность, которая, о которой говаривается, да, вице-премьер, об это должен решаться, и понятно, оно решается в кабинете президента Украины, должно быть общение с премьер-министром, ну что он глава исполнительной власти, с премьер-министром Грузии, и находить такое решение, которое было бы абсолютно всем комфортно. Что касается того, что вы говорите как гражданин Украины, вот тут тоже есть обстоятельства, что действительно у нас очень много сильных, системных, порядочных людей в разных сферах. Почему такая ведется кадровая политика? И вот эта кадровая политика, где вылазят наверх вот, люди без бэкграунда, без опыта, без ничего. А потом получается, что сегодня, когда вот вы собрали народных депутатов, основная была задача, чтобы их не было следов ни в Фейсбуке, ни в интернете, нигде. Поэтому появились там фотографы, нянечки, да, там, уборщицы и все остальное. Вот собрали такой парламент. Оттуда можно сформировать кабинет министров? Нельзя. Потом с каких-то непонятных фондов, с непонятных там экспертов без опыта, без ничего, на самокатах приехал первое правительство. Да? Так приехали, что дали при стабильной экономике, при росте ВВП в мире, при таких оптимистических
прогнозах на 2019 год, в 2018 году, ну, оптимистически это там в районе 5% рост, сделали падение ВВП 10,5% за каких-то 7 месяцев. То есть люди, вот лучше бы их не было вообще, просто чтобы не было правительства в Украине, я имею в виду правительство Гончарука, было бы лучше, мы бы имели бы статус-кво. Они начали действовать, они первое, что они полезли к ФОПам, они там закон 12.10, который убивает в том числе украинских инвесторов и увеличивает фискальное давление на малый, средний и крупный бизнес в Украине. То есть вот это все, вот кадровая политика, вот это вопрос к Владимиру Олександровичу Зеленскому. А вот до вас тоді питання. От є конкретно ж з команди Саакашвілі той, хто впроваджував реформи саме в економічному форматі. От, я так розумію, міністр економіки тодішній, друзі. Смотрите, Каха Бендукідзе, к сожалению, умер. Да, к сожалению, умер. Вот в Лондоне он скончался в клинике. Так а чому саме з цих реформаторів не можна зробити тоді цей пул? Чому саме потрібно ставити людину, яка, на яку вже заведені кримінальні справи, на яку вже вироки суду є? Чому не, якщо вони так от бажають саме от грузинський, о, я так розумію, досвід, чому саме вони не беруть людей, які впроваджували конкретно цю реформу, а не просто давали вказівки? Чому конкретно от цих людей тоді не бачимо ми на от цих посадах? Чому саме от Саакашвілі і все? Ну от я не розумію. Таке враження, що Саакашвілі ставить для того, щоб він там контролював там витрачання якихось коштів, грантів, чи от, я так розумію, грошей МВФ не дасть, якщо Саакашвілі не буде, ну, приблизно на посаді. Ну, тобто, чому саме таке маніакальне от бажання саме Саакашвілі поставити на такі високі, високі пости? Знаєте, я не думаю, що є от якась така теорія заговору вокруг цього всього. Я думаю, що на фоне падения рейтингов и партии, и президента, на фоне роста антирейтинга, и вот как бы цитнот и цуцванг, да, вот он уже как бы для правительства, офиса президента, парламента, он как-то приближается, да, потому что недовольство на эти карантинные мероприятия, недовольство на экономическую политику, отсутствие вот этого налогового поля, которое обещалось, этого потока инвестиций, этих рабочих мест, что люди будут иметь альтернативу трудоустроиться тут, а не разрушать семьи и ездить туда. К сожалению, это не получилось. Не получилось, на мой взгляд, в основе этого, прежде всего, из-за кадровой политики. Мне непонятно вообще, почему вот, многие голосовали за Зеленского, но, как говорят социологи, что многие голосовали против Порошенко. Если голосовали против Порошенко, объясните, пожалуйста, почему полгода сидела Маркарова на должности и торговала под грабительские проценты облигации внутреннего займа. Это же питание конкретно до Зеленского. И сегодня все. У нас, понимаете, у нас какой-то вахтовый метод. Может прийти вахта, пограбить, а после этого сидеть в Лондоне и давать какие-то интервью. Понимаете, потом до сегодняшнего дня ключевой в экономической сфере орган – это Нацбанк. Кто в Нацбанке? Смоли и Рожкова. Рожкова вместе с Гонтаревой положили 100 банков, положили непрозрачно. Пострадали вкладчики. Простые люди, которые имели, держали там депозиты, вместо своих накоплений депозитов, вместо денег, за которые они имели от проданной земли, от проданных домов, от проданных бизнесов, получили по 200 тысяч гривен. То есть выхолостили вот этот человек, вчера он себя считал там средний класс, бизнес, да. Ну, если я там занимался там строительством, строю, продаю там коттеджи, да, много таких бизнесменов, или что-то другое, и продал на каком-то моменте, и у меня лежат деньги на депозите, там, например, $1 000 000. Это хороший, там, богатый человек, да, или там $100 000. Это хороший средний класс, да. И когда вместо этого тебе дали 200 тысяч гривен, да еще и по курсу 25, да, а не по курсу 8, ну все, ты стал бедным.
В один момент ты стал бедным, в один момент ты... И мы бачимо, как селезные... И эти люди остаются на должности, понимаете? Вот, а кто президенту советует и корректирует его действия в экономической сфере? Сидит Юля Ковалев, которая сидит там в администрации, ее подобрал Ложкин, в 16 году посадил зам главы офису по экономическим вопросам, и заодно она еще возглавляет и инвестиционный совет при президенте, возглавляет. И инвестиции с Давоса, первый Давос был, прошу, вот этого года Давос, когда с Давоса принесли ноль инвестиций. И сидит это Юлия Ковалев, да? То возникает вопрос, так нету, значит, команды? Ну, либо ее нету, либо взамен этой команды кто-то только должен быть, как а-ля Сивоха. Ну, я уважительно отношусь к этому человеку, вот к Сивоха, например, да. Я с удовольствием смотрел его тоже продукты, там, в «Лиге смеха», вопросов нет, когда есть время. Но платформу, примирение... Между там на Донбассе, вот это все, так, это должен авторитет. Это просто говорю примеры кадровой политики, ситуации, которая при такой кадровой политике будут постоянно возникать во всех направлениях провалы. Дякую. Йдемо далі до іншої теми. Польська газета «Виборча» опублікувала інтерв'ю з журналісткою перекладачкою, співробітницею Центру інтеграції іноземців в місті Бельська-Бяла Ульяною Воробець. Ульяна стверджує, що в Україні виник дефіцит робочих рук, і коли закінчиться епідемія, не всі українці повернуться до Польщі. Воробець щиро вважає, що підставою для такого твердження слушать перед виборчі обіцянки Зеленського. В ході предвиборчої кампанії президент Володимир Зеленський запевнив, що зробить все можливе для повернення українців з еміграції. Можна напівжартома сказати, що коронавірус допоміг йому виконати одну з предвиборних обіцянок. Втім, автор статті Єва Фуртак сама непогано володіє матеріалом, що змушує її сумніватися в оптимізмі Воробець. Знаючи, що скрутне становище українців на батьківщині, от важко припустити, що вони мріють туди повернутися. Що чекає на польський ринок праці і на наших заробітчан? Чи дійсно в Україні повно робочих місць? От ми зараз бачимо ситуацію, коли в нас якраз в Україні немає робочих місць, а в нас повернулися сотні тисяч заробітчан з Євросоюзу та інших країн. І от з вашої точки зору, що буде відбуватися з цим от нашим от ринком праці? І чи після того, як Євросоюз відкриє кордони, не побіжать туди ще більше наших заробітчан, тому що в нас в Україні буде в економіці рецесія, і ми будемо бачити, як в нас просто скорочується кількість робочих місць, що, звісно, буде стимулювати людей виїжджати за кордон. Смотрите, очень правильный вопрос вы задали, Дим. Ну, во-первых, власть должна понимать, что самое дорогое, что у нас есть, это не уголь, даже не черноземы, не нефть, не газ, не полезные ископаемые. А самое дорогое, что у нас есть, это люди. И, как правило, к сожалению, вот мировая экономика, она показывает, что страны, потенциально богатые, прежде всего, природными ресурсами, они живут, ну, они не входят в топ-20, как правило, да, там взять очень богатые страны, Танзания, у которой все есть, там, Ангола, Намибия, и так далее. От алмазов до урана все есть. А наоборот, страны, у которых ничего нет, но просто политика государства стимулирует вот эти открытия внутренних человеческих ресурсов, способностей, показывают чудеса. Ну, в Японии есть одно полезное ископаемое, которое они экспортируют. Это точильный камень. Понимаете? Да, а в Голландии вообще ничего нету. Вот они дамбу строят, чтобы сделать землю и чтобы теплицу поставить. А что есть в Израиле? И так далее, и так далее, и так далее. Самый богатый штат Соединенных Штатов, Калифорния, по экономике равен экономике Франции. И все, что он продает, это интеллектуальные продукты. Поэтому надо то, что мы экспортируем фактически наши трудовые ресурсы, и до карантина
вот трудовых мигрантов Украина давала 3 200 000 человек. И уже у нас стали трудовые мигранты наполнятелями нашего ВВП и вот, основными поставщиками валютной выручки. В прошлом году поступило 12 миллиардов от переводов. Но это ж от переводов, а еще ж передают там в посылках, как-то передают на личной форме, когда лучше люди привозят, возвращаются с собой, ездят, их жены или дети к ним приезжают, проведают, возвращаются. То МВФ навіть близко не стояв там. Да, конечно, да. То есть, поэтому это трагедия, что, ведь, что происходит. Мы человека тут, извините, рожаем. Мы тут человека учим за наши деньги в школе, в детском саду, в институте. Даем готового специалиста, лечим его все это время. На нашей инфраструктуре, на нашей медицине, на нашем образовании, на нашей правоохранительной системе. Неважно, какая она, но туда есть все расходы. Да? И потом вот этот готовый специалист, получивший квалификацию, сдав тут какие-то курсы, едет в другую страну и создает там добавленную стоимость. Делает там процветание. Это, конечно, позор. Позор для страны, у которой там атомные станции, Днепрогэсы, спутники, самолетостроение. Да, было. Было, да. Ну, то есть потенциал научный и промышленный мы показали. Она, знаешь, как мышечная память и вот умственная память, она есть. Если там человек закончил физмат-факультет в прошлом, никогда математикой не занимался, но когда там через 20 лет с ребенком нужно задачу порешать, то он уж вспоминается. Так и тут. Поэтому, к сожалению, вот за этот год до карантина никакой программы возврата, экономической программы возврата мигрантов в Украину не было. И то, что вот сейчас уже заехало порядка 400 тысяч, только вот во время этого карантина вернулось назад людей, то, что сейчас началась массовая безработица, из-за порой она еще отягощена непродуманными, ошибочными карантинными мероприятиями правительства, о которых мы с Таней позже поговорим. Но ключевая ситуация для того, чтобы человек сорвался с налаженного уже для него места там, в Польше или в Германии, ему надо тут что-то предложить. Потому что не от хорошей жизни он туда едет, не от хорошей жизни он без семьи. А что запропонує про Зеленскому Украина таким? Я вам приведу пример. В прошлом году был пик востребованности вагонов. И, например, в Днепродзержинске есть завод «Днепровагонмаш». Я знаю директора. И вот мы с ним рассуждали, вот во пик, может, надо вторую смену открывать, что было. Он говорит, мы подумали это сделать. Мы после кризиса еще 2008 года сделали первое сокращение, второе сокращение был кризис 2014 года. И сейчас вот, чтобы увеличить производство вагонов, это ж выгодно, да, надо расширить. И вот начал отдел кадров обзванивать те профессии, ну, разнорабочего найти можно. А, например, электросварщика, который может делать такую узкоспециальную работу. И это же ответственность большая, это же, чтобы потом это не разлетелось, то, что он сварит вместе с грузом или с людьми. И вот простой пример. Звонят, вот, кто электросварщик, и звонят, говорят, у нас хорошая новость, есть работа, набираем. Он говорит, ну, типа, и какие условия? Ну, вот зарплата будет, высокая зарплата, 20 тысяч гривен. Он говорит, вы знаете, я уже после последнего увольнения второй год работаю во Вроцлаве электросварщиком. Я получаю 1500 евро. И, ну, 20 тысяч гривен, конечно, но поменять на 20 тысяч гривен Днепродзержинск и 1500 евро Вроцлав, я делаю все. Сейчас готовлю документы на семью, чтобы семья переехала ко мне сюда, во Вроцлав, всю ситуацию. То есть люди начинают, мы не просто дали вот такую за эти годы вот этого грабежа страны и такой политики, мы не просто дали трудовых мигрантов. Мы фактически, надо это по-другому называть, мы начали, синициировали волну миграции украинцев. Та волна, которая была в начале прошлого века, когда люди выезжали в Канаду и создали там диаспору, да? Вот мы сейчас продолжаем, мы сейчас создали новую волну.
Потому что вот все сигналы, которые идут от правительства, все эти, офис президента же это поддерживает, экономический блок офиса, да? Mm-hmm. Потому что президент в итоге потом эти законы подписывает, да, вот там фискализация физических лиц предпринимателей, да, ухудшение ситуации. Тобто робить все для того, щоб більше людей поїхало за кордон. Вот такое чувство, что выдавливают людей. Але ж, постривайте, я чув, що там 500 тисяч робочих місць все ж таки приготував уряд Шмигаля, і от вони будуть будувати дороги, будуть в інфраструктурних проєктах на зарплаті 8 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь. Як вам такий все ж таки аргумент, щоб наші заробітчани все ж таки залишалися в Україні? Шмигаль дословно сказав так: у нас з мая місяця почнеться послаблення карантинних условий, прежде всего, що касається общественного транспорта, і вот конкретно так звучал, і за счет этого возникнет 500 тисяч робочих місць. То есть тих людей, которые сейчас уволили на время карантина, они mm-hmm. просто вернутся назад. Mm-hmm. Ну вот, вот так это звучит. То есть вот это, знаете, это уже мы в очень такие в тяжелую риторику входим. Это было у Адольфа Гитлера. Это же его метод сделать народ счастливым. Для того, чтобы сделать народ счастливым, его нужно вначале сделать очень несчастным, mm-hmm. а после этого чуть-чуть отпустить. Понимаете? Потому что как было. Вот сегодня, да, сегодня мы подготовили... С моей командой подготовили, например, петицию на сайте президента. В пятницу ее зарегистрировали, и она сегодня самой большой динамикой всех петиций набирает из всех зарегистрированных. Петиция о том, чтобы разрешить работать летним площадкам, ресторанам, кафе, ну, без банкетов, без ничего там, но летние площадки, чтобы могли работать. Потому что так карантинные мероприятия делают. Салоны красоты закрыли, но все постриженные. Вот правительство вот говорит, карантин, но при этом выходит, ну, видно, что не жены их стригут, да? Так, ну, вы же вот врете, и при том врете так, издеваясь над людьми. То есть, когда ты выходишь из дома в Кончезаспе, садишься в Мерседес С-класса, приезжаешь на Грушевского, в кабинет 300 метров, и секретарь тебе приносит там дорогой кофе, как пол зарплаты этого, этой девочки, которая в салоне, ну, не стрижет, а убирает, например, да, и она сегодня сидит без работы, то ты просто уже, вы быстро оторвались от людей. А вы зайдите в двухкомнатную квартиру где-то на Виноградаре на 8 этаже и посмотрите, что там делать человеку, когда он водитель, и он не может выйти на работу, а она, например, вот работала в салоне красоты, и у них нету подушки запаса. Дякую. Йдемо далі до іншої теми. От американське ЗМІ National Interest задається питанням, як найбідніша країна в Європі впорується з коронавірусом та економічною кризою. Автори статті Мелінда Харінг і Дух Клейн не спокушаються на цей рахунок. Коронавірус неминуче підірве і без того крихку економіку України. Відповідно до більшості прогнозів, Україні загрожує рецесія. І в кращому випадку її очікує скорочення економіки на 5-10%, інфляція і півмільйона безробітних. Пишуть автори матеріалу. Ринки не оцінили ініціативу Зеленського по зміні уряду в такий напружений момент світової історії. Економісти все менше довіряють Україні і не бачать перспективи для її подальшого розвитку. Курс української гривні падає і міжнародний фінансовий ринок уже закритий для фактичного для України. Країні потрібні майже 10 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду. Проте поки не ясно, чи погодиться український парламент на вимоги цього банку. Все абсолютно очевидно. Україна наближається до катастрофи. Такий висновок авторів. Чи виживе українська економіка? От питання, я так розумію, риторичне. Фактично в якомусь виді вона все ж таки буде існувати. Але от чи не здається вам, що зараз у ці всі події в міжнародному форматі, в форматі якраз України, воно призведе до того, що економіка реально скоротиться на 5-10%, ми будемо отримувати конкретно високий рівень безробіття, і от
у цих умовах, що повинно зробити наше керівництво, щоб якось це змінити? І чи все ж таки правильно зробили висновки американські журналісти? Смотрите, что нужно сделать? Ну, во-первых, я абсолютно не согласен с пессимистическим прогнозом вот для Украины. Объясню для чего. У нас, во-первых, что такое кризис? Кризис – это древнегреческое слово, которое говорит, переводится дословно как изменение или движение. Это, знаете, из разряда того, вот если взять простую семью. Вот кризис в семье. Там папа остался без работы. Закрылся завод, папа остался без работы. Есть два пути решения этого кризиса. Путь, который избрала наша власть. Это папа взял обручальные кольца, пошел в ломбард, да, сдал их и принес деньги. Ну вот это вот ломбард а-ля Международный валютный фонд, а-ля облигации внутреннего займа. Только еще при этом папа по дороге 70% пропил и потратил не на семью. Это уже про нашу коррупцию в Украине. Вот. И вот с таким подходом, конечно, рецессия, конечно, депрессия, конечно, уничтожение. А есть же другая ситуация. Папа потерял работу на заводе, папа пошел в банк, взял кредит под Деуланас и начал таксовать. И говорит, елки-палки, да я там на заводе, а тут я в два раза больше зарабатываю. Или пошел к другу, делают ремонты квартир. Или на другую работу пошел, да? И в итоге он доволен, что благодаря тому, что он закрылось то предприятие, он нашел другое, работа интереснее, коллектив лучше, доходы больше. И он уже думает, как развиваться дальше. Угу. Как, так вот так делает, думает цивилизованный мир. Так вот, когда правительство, власть относится к экономике, к стране, как к своей семье, ведь в каждой семье мы тратим что-то на образование, да, на безопасность, когда какие-то шторы, жалюзи покупаем или сигнализацию. То есть семья, экономика семьи и экономика государства – это в принципе то же самое. Не надо там рассказывать про какие-то страшные вещи. Вот поэтому у нас фактором, который может привести к таким плохим прогнозам, это действия власти, потому что вот не было ни коронавируса, не было ни финансового кризиса в стране, связанного с нефтяным кризисом, правильно? И я вам говорю, и 10% ВВП съели и сделали дурацкие законы. И сейчас ничего не меняет. Я скажу, почему я говорю, что у нас как раз оптимизм. Потому что у нас отрицательное внешнеторговое сальдо в Украине, ну, до кризиса. Отрицательное за счет того, что мы импортозависимы в энергоносителях. Сегодня нефть, которую мы импортируем, стоит ноль. Да? Как шутят, что за баррель нефти на лондонской бирже дают по морде уже. Да? Они деньги. Да. Вот. Значит, нефть стоит ноль, и он нефтегаз закачивает, нефть забивает хранилище. Естественно, все остальные энергоносители упали. Это уменьшение должно следовать на бензин, стоимость. Естественно, это затраты... Это теоретично. Не, ну они там снижают по гривне. Просто опять-таки... Не сильно. Нет, смотрите, правильно. Это опять мы возвращаемся к коррупции к власти, потому что очень удобно вот этих сделать картельный сговор, получить чемодан, тот, кто должен это контролировать, и те скажут, мы снизим, но на гривну. Не на 10, а на гривну. Но вот вам... И вот, а люди, ну как лохи, да, пусть платят, вот весь мир упал бензин два раза, а вот у нас на 10%, нате вам и разберемся, да. У нас параллельно повышают, например, стоимость электричества в момент кризиса за счет монопольности рынка. Ну, навіщо людям, от якщо в них є вільні кошти, якщо вони менше платять за бензин, вони ж повинні кудись кошти передати нашим чиновникам. Смотрите, Дима, я сейчас скажу макроэкономические факторы, из-за которых Украина должна быть в оптимизме. То есть первый оптимист, что то, что мы импортируем, стало дешево. Это энергоноситель, из-за которых должен выиграть при правильной экономической политике правительство, должен выиграть от государства любого предприятия, как и мы с вами, как физические лица, потому что я приехал к вам на машине, я думаю, уехать, мне уже надо будет заправляться, я должен заправиться дешевле, чем заправлялся 3 дня назад, когда заправлял бак. Вот. Это первый плюс. Да? Второй плюс.
Например, во Франции в год к ней приезжает 85 миллионов туристов. 15% ВВП Франции – туризм. В Египте туризм – это третья статья дохода. Первая статья – это Суэцкий канал. Вторая статья – нефть, углероды. Третья – туризм. Так вот, кризис – это в Египте потенциально. Колоссальный кризис. Потому что углероды – ноль, а бюджет был заложен 90-миллионное население. Горячее. Мы помним, что было с Хосни Мубараком, да? Да-да. Углеводороды – ноль. Дальше – туризм – ноль. Это ж не ноль, это минус. Потому что вот стоят отели пятизвездочные, пустые, в них есть персонал, в них есть кредиты, в них есть какие-то, ну, затраты надо на охрану, что-то надо мыть, что-то колоссальные, да? А Суэцкий канал из-за падения потребления в мире в целом тоже упали и товароперевозки. И вот 90-миллионное население, а 80% Египта пустыня, а продовольственный кризис идет. Вот тут основы для, вот, можно там взять другую страну, там Ирак, например, который от углеводородов зависит, да, или там другую. Я просто вот Египет, потому что много украинцев ездит в Египет, и ну, легче, сильно, легче так, да, идентифицировать да, страну, да. Если можно сейчас рассказывать, например, там Мозамбик, а где это, а что это, да, там. А вот людям понятно, что вот средняя семья у нас там работала в том же, муж в ресторане, жена в салоне, Кабмин сделал умные решения, они сегодня безработны, они в этом и, наверное, в следующем году уже в Египет не поедут. Так вот, вот там кризис, там проблема. У нас же, если в развитых странах ВВП, туризм дает 10-15% ВВП, в Украине дает 2%. В Украине выезжает 25 миллионов человека дней за год по туризму, а приезжает 15 миллионов. То есть у нас было отрицательное сальдо человека дней 10 миллионов. Теперь эти 10 миллионов остались тут. Да, сейчас не время развития туристического бизнеса, но время законодательных основ разработки для развития туристического бизнеса в Украине. Приезжают, я люблю Трускавец, например, приезжают Трускавец. Раньше я видел Трускавец в динамике 20 лет. Вот 20 лет назад Трускавце, казахов, море, азербайджанцев, узбеки, вот, дальше зараз, иностранцы. Зараз же все-таки больше будут украинцы. Немцы были, да? Но я вижу динамику этого Трускавца. То есть вот в Трускавце за все время возникло пару частных отелей, и все. Не инфраструктура. Этот парк только с каждым днем хуже. И, так, и такая же ситуация Моршин, такая же ситуация Хмельник, такая же ситуация Миргород. Ты уважаешь, что сейчас ситуация будет изменяться, потому что все ж таки есть основа для этого. Все ж таки 10 миллионов этих человек-дней. У нас есть основы для всего. Вот сейчас люди приехали к нам. Их можно было бы задержать. Если бы им можно было предложить что-либо. Так для того, чтобы предложить, нужно создать налоговое поле. Ведь у нас Болгария рядом с нами, бывшая страна советского лагеря, да, налог на добавленную стоимость 10%, налог на прибыль 10%. Венгрия специальным законом, они под завод BMW налог на прибыль 9% сделали, чтобы они только завод BMW открыли. Эстония льготное налогообложение. Над нами Белоруссия, да, льготы для IT. То есть никто к нам не прийдет при таких условиях. Дякую, зрозуміло, передаємо далі, щоб ще встигнути все ж таки озвучити ще одну тему. От якщо брати німецьку газету «Де Віль», тобто «Світ», пропонує подивитися на Україну з несподіваного боку. Журналіста Яна Фольдмер цікавить цифрова війна, яку зараз ведеться, яка зараз ведеться на території найбіднішої країни Європи. Успіхи досягнуті українцями в цій області щиро радують автора. Справа в тому, що діяльність місцевих хакерів вже давно викликала занепокоєння правоохоронців. Охоронних органів. Однак нинішні запити ринку інформаційної безпеки швидко перетворюють вчорашніх хакерів в співробітників великих західних корпорацій.
Ера приватного хакерства добігає кінця, каже Артем Афян, юрист в сфері IT. Хакери, які крадуть інформацію про кредитні картки, майже зникли. Сьогодні діяльність хакерів більше організована. Якщо якогось підлітка і зловлять на хакерстві, то прийде поліція, а потім на наступний день вже прийде до нього компанія, яка запропонує йому 5 тисяч доларів приблизно на місяць, якщо він буде на неї працювати. То яке майбутнє в нашій IT-індустрії? От прорив або обслуговування сірих та чорних схем? Тобто, от як ви можете характеризувати нашу IT-галузь і от яким чином все ж таки зробити так, щоб наші IT-спеціалісти, які славляться на весь світ, в реальності залишалися в Україні та давали саме додану вартість у нас в Україні з своєю інтелектуальною оцією продукцією, яку вони виробляють? Смотрите, пару таких макроэкономических цифр, чтобы понимать, чем мы имеем дело. Почему Америка вот, великая экономика? Потому что в Америке в топ-10 компаний Соединенных Штатов Америки 6 компаний, которые связаны с IT-технологиями, с продажей интеллектуальных продуктов. Ни углеводороды, ни зерно, понимаем, да, ни машины. Ну, Apple, Microsoft, все понимают, да, все эти компании, там, Facebook и так дальше. Значит, теперь, что касается Украины. У нас в Украине в IT-сфере работает 200 тысяч человек. Продукт, который они создают, за год продается на 5 миллиардов долларов. То есть это очень большая цифра, очень серьезные поступления, в том числе и валютной выручки, в том числе формируют доходы этих людей. Что для меня вот важно, как вот патриота этой страны, поддержать и удержать этих людей. Ведь у нас же, смотрите, я помню, когда в 90-м году я поступал, у нас были престижные факультеты исторический, ИНЯС и физмат. Да, вот был конкурс на технические профессии, на инженерные специальности, все. Сегодня, к сожалению, технические специальности в загоне. В загоне почему? Потому что в Украине заводы не строятся, не развиваются. Строительство идет только вот жилое и там офисное, не строятся промышленные объекты массово, там мосты какие-то, то, что строится, ну, в развитых странах, какие-то эстакады, автобаны, да, то есть... Не, у нас есть Шулявский мост за миллиард гривен. Примитивщина, да, за миллиард, спасибо, что за миллиард, но я думаю, что пока, чтобы еще не добавить, вот, на содержание ежегодное надо, что же платить? Поддержку его. Так вот, в связи с этим престижность этой профессии, вот, технических профессий, она уничтожается галопирующими темпами, потому что, закончив наш политех, ты не найдешь работу там, строителя высококвалифицированного там, потому что там скажут наши стандарты, пересдай, доучись и все остальное. И люди способные, которым это нравится, просто едут там в ту же Польшу, в ту же Германию, учатся там на инженера, учатся там на какого-то микробиолога, на химика, на все, что касается вот технических вопросов, чтобы там найти работу. Вот поэтому, а это же интеллект, это же именно те люди, которые, ну, это же та среда, откуда рождаются Биллы Гейтсы, Стивы Джобсы, Форды, да, это же те люди, которые именно создают страны и входят в историю. А у нас так, у нас везде вот экономисты, юристы, переводы языков, опять-таки, для того, чтобы получить профессию там. И вот у нас вся такая вот выстраивается структура, система образования, что людей выдавливают. И у нас хвилина залишилась до кінця ефіру. Коротко, що от повинно робити? По IT-технологіям, нам нужно сделать, дать им самое льготное налогообложение, более льгота, чем в Беларуси. Если в Беларуси 7% айтишники налог, значит, у нас должно быть 5%, как первая форма налогообложения, оставить людей... Вид обороту. Конечно, оставить людей, не надо им этих бухгалтеров, кассовый метод, вот заработал, открыл счет,
продал хоть, неважно, но вот он айтишник, продал неважно на какую сумму, даже если она выскакивает за те обороты, когда нужно на общую систему налогообложения, но если он один, и он один это работает, дайте ему возможность, дайте человеку развиваться, дайте, сделайте хабы компьютерные. Вторая тема – это хаб, где работают все айтишники, и у хаба льготное налогообложение, как своего рода технопарк для интеллектуальных продуктов. Вот это надо делать. Дякую, з нами у програмі був Юрій Таманюк, дякую вам. Це була програма «Хто за нами стежить?». З вами був я і ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!